А сейчас мы в Старой Риге. Вот творческий столик. Продает изделия из чистого серебра. Вот такие вот они красивые. Тут можно и поближе подойти. Там, например, там открыта витрина, там поближе можете. Поближе чуть-чуть. А сейчас мы смотрим поближе. Вот такие вот они красивые. Скажите, пожалуйста, да, сколько стоят эти цепочки? Цепочки, начиная с 3 евро, заканчивая в этой стороне. Самые дорогие 25 евро. Вот они будут вот эти. Вот эти будут 25 евро. Красивые изделия, я вам скажу, не очень дорогие. И такие самые, может быть, очень-очень тоненькие. Первая маленькая цена, это 3 евро. Ну, она действительно будет какие-то, тоненькие. А это все делают наши мастера? Ну, это 5 евро. Да, это Судре Ван Эмс, это находится в Риге, на улице Матисен. Наша мастерская и наш магазин там находится. Все произведения искусства делают наши мастера в Риге. Так что любуемся красотой изделий.